Доброго всем! Сегодня я вам покажу необычный для нас, точнее для нашего, скажем так, круга клапан. Дело в том, что наши клиенты порой очень нас удивляют. Как-то в один день в ремонт в цех принесли ГБЦ от Гольфа R7 объемом 2 литра. Нужно было сделать стандартный ремонт, то есть полный капремонт. Клиент принес свои клапаны и втулку. И вот здесь меня ожидало то самое удивление. Все бы ничего, ведь такое таки часто случается, когда владелец хочет поставить именно свои запчасти. В данном случае это клапаны и направляющие для них. Но запчасти оказались дорогими, скажем так, элитными. Они были заказаны в США. К слову говоря, это не реклама. Вот перед вами эти клапаны фирмы Ferrea Racing Drive. Это коробка впускных клапанов, а это выпуск. Здесь нанесены размеры клапана, контакты производителя и номер запчасти. Фирма расположена в штате Флорида в городе Форт Лотердейл. Эта фирма ориентирована на производство запчастей именно к гоночным автомобилям. Откроем, посмотрим на это произведение искусства. Клапаны прислали вот в таких фирменных коробках, сверху и снизу поролон. Каждый клапан запакован в свой пакет. В коробке я обнаружил еще и направляющие втулки. Ну, об этом меня предупредили. Направляющие втулки упакованы как пулеметная лента. Куплены они были не у того же производителя, что и клапаны, хотя фирма Ferrea также производит и направляющие втулки клапаны. Они были куплены у производителя под названием Integrated Engineering, также из США, штат Юта, Salt Lake City. Основная их направленность – это производство запчастей для авто Audi и Volkswagen. Кому интересно, здесь в кадре номер втулки. Ну а владелец, независимо от того, в каком состоянии родные запчасти, решил все их заменить на вот эти, приобретенные в США. Причем, что удивляет, владелец не увлекается гонками и у головки нет портинга. И, конечно же, его там не будет. А стоимость у запчастей далеко не копеечная. Стоимость традиционно будет озвучена в видео на канале в Дзен и Руту. Извлекаю впускной клапан, посмотрю, оценю. На упаковке код запчасти и координаты фирмы в США. А вот и маркировка «Произведено в Аргентине». Видимо, там находится завод. Клапан идеального качества обработки, отполированный и не сильно тяжелый. Клапан весь в прозрачной смазке. В тарелке клапана настоящее зеркало. Измеряю диаметр ножки. Конечно же, он соответствует заявленным размерам на коробке. Ну, кто бы сомневался. Размер 5,99. Как сами производители этих клапанов заявляют, они работают под заказ. Могут изготовить клапан по индивидуальным размерам и в любом количестве хоть одну штуку. Материал этих клапанов типа запатентован, и о смеси нержавейки и титана они говорят лишь вскользь. Клапаны – это основное производство, но попутно они изготавливают также из разных материалов под заказ и пружины с коромыслами, и тарелки с сухарями, и сальники с направляющими клапанами. И, конечно же, все это производится из запатентованного металла и своей оригинальной технологии. А это уже выпускные клапаны. У их торцов зачем-то есть колпачок. Посмотрим, конечно же, и на них. Колпачок сидит с натягом и не сразу поддается. Измеряю его ножку. Ну, конечно же, этот размер отвечает заявленному размеру 5,98. Все остальное выполнено так же безупречно, как и в предыдущем случае. У обоих клапанов нижняя часть под тарелкой выполнена как бы с насечкой, и линии идут по кругам. Видимо, так задается направление движения смеси на впускных клапанах. Ну, а на выпуске, скорее всего, выхлопных газов. Ну, про выпуск я даже не знаю, делает ли такое. Пробуем магнитом. Магнит, как и на обычных клапанах, на впуске магнитится по всей длине. Ну, а на выпуске он сварной. Тарелка не магнитится, а на ножке прилипает. Ну а теперь о втулках. Втулки, как и клапаны, изготовлены из запатентованного материала. Во всяком случае, также утверждает фирма, производитель из Огайо, Integrated Engineering. Материал медно-бронзовая смесь. Сделаны они почему-то под развертку. Размер втулки наружной 11,05. А это та самая головка.
родной и новый впускные клапаны. А это выпускные. Ну и вот уже так выглядит собранная головка. Ну а вы, конечно же, пишите в комментариях, что вы думаете о том, как поступил наш клиент. Нужно ли было ставить такие запчасти, ведь эти запчасти стоят кучу денег и не слабой кучи. А на этом у меня для вас все. Оставляйте комментарии, помогите донатам каналу и без аварийных вам поездок. Yeah.